Друзья, всем привет! У меня сегодня очередной обзор. На этот раз будем смотреть зубную щетку, электрозубную щетку от Ремингтона. Значит, моделька у нас сегодня на обзоре SFT100. Мы сейчас посмотрим, чем же она комплектуется и как она выглядит немножечко ближе. Так, значит, на эту щетку у нас гарантия 2 года. 2 года основных и плюс 1 год можно получить доп. Гарантии. Значит, гарантия действует при наличии вот такого вот официального гарантийного талона. И только с таким талоном. Сама щетка, она у нас очень тонкая. Она, ну, может быть даже чуть толще, чем какая-то шариковая ручка такая средних размеров. То есть, в принципе, она, ну, по дизайну она очень интересная и очень компактная. Значит, так, как заявляет производитель, аккумулятора хватает до 2 недель без подзарядки. Ну, опять-таки, в зависимости, в каком режиме пользоваться. Значит, вот такая вот у нее в комплекте бесконтактная зарядочка. Соответственно, заряжается все вот таким вот образом. Сама щетка снимается проворотом. Щеточка имеет 31 тысячу пульсирующих движений. Также в зубной щетке есть 2-минутный таймер с интервалом по 30 секунд. Щеточка имеет 2 кнопки. Одна кнопка включения, вторая кнопка выбирает режимы. Она работает в 3 режимах. Это обычный режим, режим чистки для чувствительных зубов и массажный режим. Ну, соответственно, в режиме клин она работает постоянно. Затем во втором режиме она работает с не такой мощностью, как на первом режиме. И, соответственно, режим третий работает такой, как пульсирующий. Так, ну, в принципе, все. Вот такая вот интересная у нас модель была сегодня на обзоре. Кому понравилось, ставим пальцы вверх. Обязательно подписываемся на мой канал. Спасибо за просмотр. И всем до новых видео. Пока!